Короче говоря, первый снег. При поддержке группы Vine Video. Недавно у нас выпал первый снег. Настя радовалась ему сильнее, чем закрытой сессии. Я тоже радовался, но со стороны это выглядело, как будто мне пофиг. Настю смущало мое равнодушие, а мне было норм. Я доедал салаты, смотрел сериальчики. В общем, новогодние праздники во всей красе. Но Настя уже второй день не давала мне покоя. Ей очень хотелось походить по снегу и порадоваться зиме. Я сказал, что максимум, что из этого получится, это синяки от падений и простуда. Ее это не остановило. Я пожелал удачи и лег на кровать. Но Настя заставила меня пойти с ней. Начинается. Надел под штаники, теплые носки, мамин свитер. Все, к убогой зимней прогулке готов. Приодел Настю, завязал ей шарф, немножко переборщил, отпустил. Настя прокашлялась. Ну ничего, бывает. Мы вышли. Я начал ломать лед на лужах. Это меня радовало. Не знаю почему, но радовало. Настя просто как больная кружилась и улыбалась. Ну ничего, возможно, для женщин это нормально. Мы пришли в парк. Настя была такая же довольная. Тут были сугробы побольше. Мне в голову пришла гениальная идея. Я толкнул ее в сугроб. Это было круто. Я тряхнул ее. Мы пошли дальше. Но тут с криком «Это Спарта!» Настя швырнула меня в снег. Твою мать! А потом еще и накидала мне снега в лицо. Все, 1-1. Я слишком стар для этого дерьма. Дальше все было поспокойней. Мы сделали кучу фоток на снегу, со снегом, под снегом, без снега и одну типа милую фотку вместе. Мне казалось, что это логичное завершение прогулки и мы пойдем домой. А Насте показалось, что мы еще недостаточно нарадовали зиме. Она предложила покушать снег. Действительно, всю жизнь мечтал. А вот она уже жевала жменю снега. Я рассказал ей про людей, которые тут гуляют с собаками и что собаки могут тут сделать. Это сработало. Предложение чего-то поесть из земли больше не поступало. Мы выдвинулись в сторону центра. Надеюсь, по дороге она замерзнет и мы пойдем домой. Вдали мы увидели двух взрослых парней, которые кидали снежками. Мда, взрослые же люди, чем они только думают. Но сразу после этого в меня полетел снежок, а сзади уже стояла довольная Настя. Я для приличия бросил ей в ответ. Она тоже бросила. Я снова бросил. Она попала мне за шиворот. Я пристрелялся. Настя тоже бросала прицельно. Она начала бросать со всей силы. Я уже понял, что пора принимать решительные меры. Слепил снежок покрепче. Просчитал траекторию. Страйк. Но Настя почему-то не радовалась за меня. Короче говоря, первый снег. Ребята, помните, мы участвовали в танцевальном конкурсе? Coca-Cola объявила трех победителей, которые получат запас газировки на целый год. Счастливчиками стали Андрей Колотилин, Виктор Шалганов и Анна Толстова. Посмотрите отрывки из их победных видео, а полные ролики сможете увидеть по ссылкам в описании. Всех с Новым годом!